Что смогли выйти и ряд других игроков, и тот же Калачев, потому что известно, что у них есть незалеченные болячки, и многие игры в этом сезоне, и даже последние, они проводят через «не могу», на уколах. Но в Лиге чемпионов-то. Роман Строгов, самому неоднократно приходилось, да, были же проблемы с Ахиллом, играть на уколах, но когда Лига чемпионов, да. А, наверное, нет, там все беспокоящие, да, это вот это Лига чемпионов, да. Когда слышишь гимн, боль отпускает. Но там Бавария, давайте посмотрим, мы уже сказали, что сегодня не будет Мануэля Нойера сыграть. Where?
Crash. What? Oh my god, that is awesome. That's good. Huh? Yeah. Sorry, I'm so sorry. No, you have a green light. Пошел нахуй, поехал. Душара, блядь, ебан. Че ты, блядь? И вот он. Че, охуел, что ли, блядь? Красота. Шара, блядь, ебаная. Подрезает он. А он еще выходит, меня за скринек, да, пожалуйста.